А на севере Индии уже почти 500 человек скончались от энцефалита. Большинство из них несовершеннолетние дети. Вирус поражает центральную нервную систему и головной мозг. Виновники страшной эпидемии так называемого японского энцефалита – комары. Их особенно много в штате Уттар-Прадеш, где часто происходят наводнения. И теплый и сырой климат – это лучшие условия для размножения кровососущих. При этом эффективного средства лечения японского энцефалита не существует. В распоряжении врачей имеется только профилактическая вакцина, которая не дает 100% защиты. Только за последние 35 лет от энцефалита в этом районе Индии скончались 6,5 тысяч детей.